решили украсть чистотою твоей. Дай нам дела из святых песнопенья, больше прославь тебя среди людей. Дай нам дела из святых песнопенья, больше прославить тебя среди людей. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кого твой свет даруя, питаешь ты любовью Отца. Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет, а что не поете-то? Господь мой дух. Пойте, подлетал ротарелок. Как ты велик, как ты велик. Когда это по дому посчитаешь, иди, пой пока. Звездам млечным, где дивно свет. Вот, посмотри, слово только сказал. Это режиссер поднялся, пошел. Где солнце и луна в эфире вечно, как в океане корабли плывут. Тогда поет Господь, Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет Господь, Господь тебе, как ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу дальний звончик соловья, аромат долины грусти падает, и звук башка детская у нас тут. Когда пойдет Господь тебе, как ты видите, как немножко отдыхаю, сейчас занятия будут. Как скажут занятия, так и заходите. Ой, там наверху как хорошо, да? А не упадешь? Убереги себя. А тут гитара. Ой, да. Судьба пастуха. Тебе, как ты велик, как ты велик. Рассаживаемся. Так, позови иди туда быстренько всех. Все, молитесь. Сейчас зайдут, никого нету. Заходите. Там быстренько оттуда всех выгоняй, там свет тушить можно. Из детской все выходите.
Говорю, ну-ка сходи. Выходи. Из детской выходите все! Че, глухие что ли? Там девочку. Машу. И что теперь вокруг одной девочки всем бегать? Че дам? Выходите. Дам-дам. Хам-хам. Всякий крик, да будет тут. Вот одна девочка там столько народу держит. Ну уже молиться, чего непонятного-то? На вас орать все время нужно. Только. Не хватает линейки, что ли, в три пальца толщиной. Всякий крик, да будет удален. А вам току не хватает. Как коровам посущимся, чтобы не уходили куда не надо. Хочу посмотреть, откуда гром и молнии летят. Ну что вы так долго-то ходите? Ага. Причем интересно, там как будто какой-то зев вулкана. Туда уходят, и все, тишина, никого. Как Иеуй. Это только переходной. Дальше в кочегарку. В кочегарку дальше идут. А из кочегарки разлетаются замуж. Никого. Тишина. И всегда, как правило, три человека туда уходят, и три сразу замуж выходят. За кого? Свои-то кадры. О, даже не наконец-то ходят. Пришла. О, ты все, пришел, возмутитесь спокойствие. Здрасте. Ага. Тебе сколько лет? Узнай, сколько лет ей? Ой, лет сколько тебе? Сколько, я не пойму. Четыре. Значит, четыре человека должно вокруг нее бегать. Пять, значит, пять. 17 лет? 17 человек должно. Все, нормально. Ну, давайте, совершайте моление. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего грабить живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего грабить живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живу даровав. Благословенный Господь, благодарим Тебя за сегодняшний день, за воскресенье Твое, Господи, что даришь нам времени, памяти, всего, что нужно для того, чтобы мы пришли прославить Имя Твое Святое. Помоги, многомилостивый Господи, все, что Ты нам даровал, эти слова запомнить, и не просто запомнить, а исполнить их, как Ты сказал, что не слышащие, а исполняющие живы будут. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Пойду еще, кто не пришел, еще посмотреть. Ну, никого нету, все. Нет, кто-то тут шевелится, еще один. Так, а еще же тут нету кого? Почему не идете? Руки помыть, я пришла, подожди. Быстрее. Давай. Салата уберите потом в конце. Помыть. Это сильный. Помыть. Батя, вот это вот. Ну все. Так, помыть. Заходите. Да. Только оно вымыть надо, оно грязное все. Иди, я сейчас руки вымою. Все. Иди уже туда. Вот же полотенцем-то почему не руки? На этом конец. Сегодня все по больным разъехались, кто куда. Пожелание блаженного Петра.